Уснул за рулем, врезался в забор и опрокинулся на бок. Водитель автомобиля «Газель» направлялся по проспекту Имашева в сторону улицы Чистопольская. В какой-то момент начал засыпать и потерял контроль над автомобилем. Грузовик стало заносить на встречную полосу, но от выезда на нее спас забор. Машина протаранила ограждение и перевернулась. В результате происшествия никто не пострадал.